Меня зовут Джеймс Гордон. Я детектив. А как тебя зовут? Ничего. Можешь помолчать. Слушай, ты. Сделай одолжение. Ты меня не видел, ладно? Я прямо сейчас вижу. В чем проблема? Это Томас и Марта Уэйны. Мне такое добро не надо. Вызывай отдел по особо тяжким, они с радостью возьмут. Да, но их здесь нет. А твой напарник опрашивает свидетеля. Так что это твое дело. Брюс. Меня зовут Брюс Уэйн. Расскажи мне, что случилось. Когда я был в твоем возрасте, мы попали в аварию. Отец погиб. Я был рядом с ним. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Я обещаю, каким бы темным и пугающим мир не был бы сейчас, свет еще вернется. Свет вернется. Рокс. Мы вышли из кинотеатра. Шли по аллее. Хотели поймать такси. И вдруг появился тот мужчина. Он был высокий. На лице маска. Он был в шапке и перчатках. И блестящих ботинках. Он забрал папин бумажник и мамино ожерелье. А потом застрелил их. Просто так. Я должен был что-то сделать. Но я испугался. Ты не мог помешать ему. Но сейчас ты кое-что можешь сделать. Ты должен быть сильным. Держись. Я обещаю тебе. Найду того, кто это сделал.